мы должны вместе также продолжать наши традиции. Прекрасная традиция, которая зародилась по инициативе Ради Фаритовича Хабирова. Акция называется «Зеленая Башкирия». Я считаю, что это один из лучших республиканских проектов, который помогает менять в целом то пространство, в котором мы живем. Наверняка многие помнят еще месяц назад эту улицу с переросшими деревьями, очень темную, с разбитыми тротуарами. И сегодня я сам даже приятно удивлен, что она так изменилась. Мне казалось, всегда она такой очень темной, а сегодня, видите, новые деревья, новый тротуар. И все это меняет, в принципе, наше настроение. И хочу просто сказать спасибо всем тем, кто помогает нам менять наш город, принимает активное участие. Нашим спонсорам хочу сказать большое спасибо, потому что все деревья, которые мы сажаем вместе с жителями за счет внебюджетных источников, за счет пожертвований. И вы видите, как меняется наш город. У нас впереди еще очень много планов, еще много других улиц и других деревьев мы планируем посадить, в том числе и ели продолжение Комсомольские, голубые. На этой улице Комсомольской, на той стороне, планируем посадить груши, разные варианты мы обсуждаем, поэтому просто нужно двигаться смелее, и город будет меняться.